Мисс Линд, это доктор Сингх. Дефибриллятор сломался. Скажите мне точно, что видите? Он нагрудил Бонда там. Постойте, один из контактов отошел. Он не присоединен. Чините! Потом нажмите красную кнопку. Отлично, мисс Линд. Минутку. Что там? Он жив? Он жив. Будет в порядке. Слава богу. Перемотайте к финалу игры. Я смотрю, вы знаете покер. Ле Шифр проиграл больше миллиона долларов моих денег. Такого я не забываю. Вот, запускайте. Бонд выиграл? Да, но возникла проблема. Веспер похитили, ее захватил Ле Шифр. Бонд преследует его машину. Они едут к побережью. Ле Шифр держит наемников и оружие на старой барже к югу от Петровака. Туда они ее и возьмут. Астон Мартин. У Бонда авария. Включите его. Громче, не слышу его. Проблема, мистер Блисс? Или Бонд? Я что-то запутался. Машину его, заберите телефон. Саша, ты видишь девушку? Ее доставили на баржу. Скажи, когда ее уведут вниз с палубы, и тогда мы займемся Бондом. Хорошо, не спускай с него глаз. Себастьян за ним присмотрит. Бонду никуда не деться. Таннер. Бонд, с вами все в порядке. Что произошло? Тачка барахлит. Ты нашел Веспер? Она на старой барже к югу от... Стоп. Судя по GPS вашего телефона, вы совсем рядом. Двигайтесь прямо к складу. Баржа находится за ним. Мы сейчас смотрим на нее со спутника. Несколько противников окружают Веспер. Попал убийца.
цель на верхней палубе.
уходите! Срочно нужна поддержка! Я убегаю! Прикройте!